В парке имени 30-летия ВЛКСМ появится новый аттракцион. Лот на него уже размещен на портале госзакупок. В парке на Масленниково появится надувной батут в тематическом стиле, сафари, саванна, джунгли или корабль. В нем будет горка с двумя спусками и одним подъемом, пневморобот и четыре фигуры в виде зверей, пальмы или кольца. Кроме того, новый аттракцион для взрослых и детей от 5 лет появится и в Советском парке. Здесь установят каркасный бассейн с лодочками. Стоимость обоих аттракционов более 2 миллионов рублей. Подведение итогов аукционов назначено на 17 апреля. Батуты, они быстро окупаемые, окупаются практически за сезон. И достаточно многопроходимые. Опять же, по безопасности они соответствуют тем требованиям, которые мы преследуем. В случае, если благоприятные будут условия приобретения, ну, то есть цена будет снижена по вот этим аттракционам, ну, парк еще будет приобретать какой-то дополнительный аттракцион.